Йоу, наконец-то ты накопил кровные 200к со школьных обедов и уже не можешь дождаться момента, когда сядешь за руль своей брички и прокатишь малыху с ветерком? Брат, ты по адресу. Сегодня мы разберем, что можно взять в рамках этой суммы. Начинаем мы, разумеется, с Хонды. Моей первой тачкой был Civic 4-го поколения, и для меня это был идеал. Весь ремонт ты можешь производить сам, а драйверские эмоции тебя сильно порадуют. Это распространяется почти на все Хонды тех годов. Стоить он будет в районе 100 тысяч. Если хочешь взять ЕК, то целься примерно в 200. Сейчас залетит тяжелая артиллерия. Если ты мазохист и не боишься жара чуть ниже спины, прихвати Volvo S80. Кожаный салон, климат, подогревы, полный шик. Но вот по поводу технички остается только молиться. Самый легкий вариант – вбить в поиск Toyota и поставить ценник в 200 тысяч. Toyota не гниют, не ломаются, и вообще это идеальные машины. А если серьезно, ты можешь взять Corolla и не знать горя. Ну или если ты любишь покопаться, то бери Corolla. Корону СТ-140. Очень интересная тачка. Пиши, какие машины ты бы внес в этот список.